4 августа состоялась рабочая встреча заместителя главы администрации Валерии Маркович и представителями Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Сентябрь – горячая пора для всех. Необходимо обозначить задачи на ближайшие месяцы после летнего перерыва, согласовать план взаимодействия с органами власти, достойно подготовиться к предстоящим памятным датам. Эти и другие вопросы обсудили в этот день на совещании. Людмила Смирнова, Герман Беляев, Константин Куянов, студия «Кван», Зарайское кабельное телевидение.